И снова здравствуйте, мои маленькие любители велоспорта. Вторая неделя моего гран-тура завершена. И завершилась она 14-м этапом. И это был даже не этап, это прям этапище. Этот этап получился скоростным. Расстояние, набор высоты, погодные условия, маршрут были точно такие же, как на 13-м этапе. Но есть один маленький нюанс. Вчера на этапе я ехал и умирал. Преодолел его за 3 часа 51 минуту со средней скоростью 26,5 км в час. Это было удручающе. Но сегодня, при тех же самых условиях, я 14 этап проехал за 3 часа 20 минут, и средняя скорость была уже 30,7 км в час. Разница существенная. Фактически я вышел на те показатели, которые были в самом начале гран-тура. То есть организм восстановился и рестартанул. Хочу сказать всем огромное спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете в комментариях и в личных сообщениях в соцсетях. Если честно, я даже не ожидал, что это мероприятие вызовет такой небольшой резонанс, и мои отчеты по каждому этапу будут просматриваться. Спасибо вам огромное за это, потому что это действительно мотивирует и придает силы и уверенности в себе. И это не громкие слова, это действительно так. Надеюсь, вы оценили мою новую велоформу. Если кто не видел, то пролистайте ленту, там увидите парочку фоток. Если кто ищет профессиональную велоформу, то вам Велохайп на проспект Победы 12. Там вам и расскажут, и покажут. Там не только форма, но и все, что касается велоспорта и триатлона. Приходите, не пожалеете. Очень там интересный магазин. Ну и можно там и кофейка треснуть. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. Всем спасибо. До встречи на третьей неделе моего грантура. Стартуем с 15-го этапа. Всем пока.